Вместе с приближением осени близится и старт очередного юношеского первенства Республики Беларусь. В нашем выпуске мы расскажем о том, как Динамовская академия подготовилась к старту очередного сезона. Четыре возраста, четыре команды, новые планы и новые ожидания. Обо всем этом наша передача. Ну, так получилось. После неудобного упора. Можно сначала? Давай. Я не играл, Саня. Ну, у тебя, по крайней мере, хоть не мог, как ты на замену выходил. Нет. На разворот!